очаровательные, нежные, любимые женщины. Наверняка все вы почувствовали, как что-то изменилось в природе и настроении. А все очень просто. Беленький снежок, который только что незаметно практически прошел на нашей сцене, растаял. И наступила весна. Пора, которая дарит нам всем много солнца, тепла, любви. Пора, которая дарит только нам, женщинам, один из самых прекрасных праздников в году. С праздником вас, дорогие женщины! Традиции первого весеннего женского праздника очень многогранны. В этот день вся прекрасная половина человечества окутана особым вниманием. Женщинам дарят цветы и подарки. Они принимают поздравления буквально от всех. И сегодня, по традиции, дорогие женщины, вас поздравляет народный коллектив «Хоровая капелла», художественный руководитель и дирижер Герман Платонов, концертмейстер Егор Богданов. Ваши аплодисменты, дорогие друзья, давайте поприветствуем хоровую капеллу. Свое выступление художественный руководитель и дирижер Герман Платонов, за роялем Егор Богданов. Свое выступление коллектив начинает с самой весенней песни «Весна идет». Теперь мир проблем, но справа.
Давайте и мы сейчас ненадолго прогуляемся по Елисейским полям. Oh,
людьми происходит весной. Женщины все необычными стали, славные, нежные, все до одной. А у мужчин вдохновенные лица, гордость в осанке, уверенный взгляд. В каждом из них просыпается рыцарь. И поэт, и бесстрашный солдат. В марте 8-го это бывает. Всех их весна на любовь вдохновляет. Именно в этот день все мужчины дарят нам, дорогие женщины, свою любовь, уважение и поздравления. Я приглашаю на сцену главу Ульяновского городского поселения Ушацкого Дмитрия Владимировича, депутата Ульяновского городского поселения Чайкова Виктора Васильевича, управляющего театрально-культурным центром Ставлина Расчетова Сергея Александровича. Дорогие женщины, сегодня мы хотим вас поздравить с этим весенним днем, поздравить наших сестер, матерей, бабушек, дочерей. Желать вам всем крепкого здоровья, желать, чтобы ваши окружающие вас мужчины и ваши мужчины и все остальные дарили вам не только в этот день свои улыбки и цветы, а постоянно, начиная с этого дня и дальше. Крепкого здоровья и поменьше хлопот в жизни. Добрый день, дорогие ульяновцы. Добрый день, дорогие гости. Я очень рад, что сегодня так много людей и очень много женщин. Ваш праздник сегодня. Мы вас поздравляем. Международный женский день – это праздник для мужчин. Почему? Потому что они все сегодня в заботах, в хлопотах. Вспоминают, что надо убрать в квартире, что надо помыть посуду. Бывает, делаем подарки. Вот. Поэтому мы хотели, чтобы мужчины не на 8 марта только этим занимались, а каждый день. Вспоминали, что у нас есть. Вспоминали о том, что вы всегда любите внимание, любовь. Чтобы эта любовь всегда была с вами, с вашими любимыми. Праздник у вас, дорогие женщины. Спасибо вам. Добрый день, дорогие ульяновцы. Я присоединяюсь к моим коллегам и к теплым словам. Хочу сказать, что сегодня, кто немножко отслеживает, сегодня столетие официально признанного праздник 8 марта. Сегодня юбилейная дата. Ровно 100 лет назад он официально получил статус Международного женского дня. Это правда. Знаете, хочется пожелать вам прежде всего оставаться всегда такими красивыми, такими нежными, какими мы вас знаем. И естественно, хотя это сегодня весенний праздник, Сергей Александрович говорил, что мы всегда стараемся так в этот день как-то помочь. Ну, сегодня праздник, а все равно без вас никуда не обходится. Герман Ладочек планирует капеллу, где больше половины девушек. Светлана Викторовна сегодня ведет. Поэтому без вас мы никогда, ни в праздник, ни в будни, всегда вы с нами рядом. Ну, а нам, мужчины, я желаю, чтобы мы достойно не прокололись в этот день, чтобы всегда на нас можно было положиться и всегда оставались действительно надежным тылом наших прекрасных девушек. С праздником вас! Спасибо, дорогие мужчины, за добрые, хорошие слова и поздравления. Действительно, в этот праздничный день, независимо от возраста, всем женщинам хочется внимания и комплиментов. И даже у бабушек, ушки на макушке, на сцене мужской вокальный ансамбль «Танго». Thank you.
Ты не держишь свое слово, и ты не
В чем холодильнике лежит? Прекратить! Котлет! Никаких воспоминаний!
Да у меня от этого голода скоро вообще память пропадет. И все остальное. Чего пропадет? Ладно. Ты мне хоть напоследок покажи, как курочка на брюхе не лежит, а? Ну сколько можно? Я тебе уже 100 раз показывала. Да покажи еще раз. 100 раз показывала. Ну еще, ну пожалуйста. Ну ладно, смотри, обжора. Курочка на брюхе не лежит вот так. Ой, спасибо. Ты так хорошо выглядишь. Слушай, я даже без ноги такую курочку не видел. Да. Пошли в холодильничек, посмотри, как там котлетки лежат. Такой холодильник, да можешь ты про него хоть раз забыть. Ага, про него забудешь. Ты слышишь, как он работает? Он так меня и зовет. Ну как ты не можешь понять, что когда голодаешь, такая легкость в организме появляется, такая легкость. Что вот кажется, сейчас ты дунешь на меня, и я полечу. Звезды разрешают, а я пошел в туалет и посмотрю. Стоять! Если я улечу, продукты с собой заберу. Да ладно, мне уже все равно. Ты мне хоть на могилке памятник поставишь, а? Какой такой памятник? Жареная курица с макарончиками. Слушай, скажи честно, неужели ты не хочешь кушать, а? Честно? Честно. Хочу. А сколько мы уже голодаем? 3 часа! Ой-ой-ой, 3 часа! А сколько еще голодать? Я уже не выдержу. Да? Тогда давай пойдем посмотрим на котлетки. Ну, с завтрашнего дня начнем голодать снова. Спасибо. Я вас читаю. Я тут подумала, голодание, в общем, тоже не для меня. Ну хорошо, ну не нравится голодание. А уголь пробовала? Пить или разгружаться? Ну хорошо, ну тогда вот самый такой тоже распространенный способ. Пить зеленый чай. Зеленый чай пробовала? Я думаю, что единственный способ похудеть с помощью зеленого чая — это самой полезть в горы и собрать его. Ну да. Ну знаешь, тебе тоже ведь не угодишь. Да вот ты понимаешь, я просто думаю. Ну неужели, если я не успел похудеть, у меня не будет праздника? Да будет. Конечно будет. И пусть он у тебя такой, какая ты есть. Вот это правильно. На сцене Татьяна Логинова. Ваши аплодисменты. Thank you.
дорогие женщины. Вот нам нужно очень много сил для того, чтобы выглядеть хорошо, чтобы нас замечали окружающие мужчины, чтобы нас видели такими красивыми, хорошими. Правда же, Вера? Ну да, сил приходится тратить действительно много, а они, между прочим, еще смеют называть нас славой и пол. Представляешь? Да, конечно. А вот ты знаешь, почему Бог сначала создал мужчину, а потом женщину? Не знаешь? Нет. А я знаю. Да потому что Бог сначала создал мужчину. Потом посмотрел, подумал, исправил все недостатки и создал женщину. Вот и получается, что мы-то женщины, мы не только сильные, мы еще и очень умные, и у нас, женщин, хватает ума, чтобы понимать, что сила женщины в ее слабости. Ты совершенно права. Ирина Зельцер, встречайте, пожалуйста. Молодец, дай, все станет полны. И
вот какими бы мы ни были, да, на самом деле, но у нас всегда вот волнует что-то одно, всегда что-то самое главное. Вот я сейчас хочу задать вопрос подруге милой. Ответьте, как вы считаете, что для женщины самое главное в жизни? Мужчины. Дети, вот тут разные появляются. Мужчины. Света, ну а ты можешь сказать, что для женщины самое главное в жизни? Да, я знаю. Женское счастье, был бы милый рядом. Милый рядом? Ну да. Совсем как в том анекдоте. Идет женщина по улице, прекрасная погода. Она идет и восклицает: Господи, ну как же хорошо, когда мужчина рядом. Рядом, я сказала, рядом. Вот смотри, женщины сразу отреагировали, заулыбались. Да. А мужчины-то, мужчины, посмотрите, сделали вид, что это их совершенно не касается, и они ничего не замечают. Ну, мужчины, они вообще-то часто не обращают на нас внимания, на наши слова, на наши дела, на наши поступки, но мы не обижаемся, потому что знаем, если женщина любит, если она любит, то для нее, ее мужчина, будет настоящий Бог. На сцене Валентина Морозова, ты мой Бог. Встречаем.
когда рядом твой настоящий мужчина, твой Бог. Валентина Морозова, ваши аплодисменты. Спасибо, с праздником. Thank you.
Лер, вот знаешь, опять вот задумалась я. Интересно, а вот если женщина за всю свою жизнь, ну вот не встретила того единственного и неповторимого, она что, не имеет права на счастье? Ну, конечно, имеет. Давай послушаем мудрого совета от Зои Байдала о том, что такое счастье. Идеи близко. Зоя Байдала, встречайте. Дорожите счастьем. Дорожите. Замечайте. Радуйтесь. Берите радость. Рассветы, звезды глаз, это все для нас, для нас, для нас. Услыхайте трепетное слово, радуйтесь, не требуйте второго, не гоните время ни к чему. Радуйтесь вот этому, всему. На бульваре зажигает вечер, на поле сверкающие свечи. Радуйтесь, не портите ничем, ни надежды, ни любви, ни встречи. А для очень-очень добрых глаз нет ни слов, ни зависти, ни муки, радости. К вам сама протянет руки, если сердце светлое у вас. Красоту увидеть некрасиво, рассмотреть в ручьях разливы рек. Кто умеет в буднях быть счастливым, тот и в грянь счастливый. Человек! Праздником! Будьте счастливы! Спасибо, Юлия Александровна. Спасибо за такие хорошие, добрые слова. Милые женщины, девушки, девочки, мы все такие разные. Брюнетки и блондинки, полненькие и худенькие, веселые и грустные, покладистые и с характером, капризные и прекрасные, молчаливые и болтушки. Но всех нас объединяет только одно желание – быть красивыми, быть счастливыми, быть любимыми. Ведь ничто так не украшает женщину, как любовь. Пусть вам повезет в любви. Все, кто любовь, все, я боялся.
Thank you.